плюс один, минус два, плюс один, ответ? Три. Три. Мальчики, четыре плюс четыре, один минус четыре, ответ? Пять. Девять плюс восемь. Чечение. Меня зовут Светлана Грюйфа-Польц, руководитель детского центра Nimax Kids. Мероприятие проводится во Франкфурте в интернациональной школе совместно с моим детским центром в Драйяхе. Мариша, так как у нас дети занимаются ментальной арифметикой, и мы участвовали с вами на различных олимпиадах, поэтому мы решили провести здесь совместно со школой. Школа сделала нам предложение, и мы согласились. Участвуют 19 национальностей детей с различных стран. Мы рады, что все приехали, что получилось такое мероприятие. Все, приготовились? Да. Ребята, все готовы? Да. Да. На старт, внимание. Так, здравствуйте, Чечня. Мы находимся в Германии, в Франкфурте на Майне. Впервые принимаем участие в таком масштабном мероприятии, которое находится в Германии. Это первая олимпиада на территории Германии. И у нас Угайкова Амина заняла первое место. Чем мы ее поздравляем? Молодец. Покажи свою медаль. В общем, эмоции переполняют. Мы очень счастливы, довольны своим результатом. Eine, ja, komm hier, komm zu mir. Grüß dich.